В поселке Бзыптагагрского района была проведена дезинфекция подъездов многоэтажных домов, подходов к магазинам, другим объектам, а также главной дороги многих улиц. Проведение дезинфекции стало возможным благодаря оказанной помощи со стороны дирекции оптовой базы «Конти Опт», расположенной в поселке. Данной фирмой для этих работ было выделено 500 литров хлорраствора. Я очень благодарен районной администрации сегодня. Плюшка администрации, которой сегодня руководит Лейба Томас Гаврилович. Сегодня рядом с нами стал «Конти Опт», фирма, которая находится на Бзыбе и работает давно уже с нами. Сегодня он нам выделил 500 литров хлорного раствора. Мы сегодня поливаем подъезды. Места общего пользования, магазины, транспортные узлы, которые сегодня очень многолюдны. Недели две мы должны как пережить это. Время пройдет, мы, наверное, в новую жизнь войдем. Ничего страшного, книжки почитайте, посидите дома, отдохните от всего. В огороде, наверное, какие-то проблемы есть. Решите свои проблемы в огороде, выйдите в огород. Контакт поменьше с людьми. Нас очень мало, чтобы мы сохранить свою нацию, свой народ. Необходимо добавить, что и в 5-м микрорайоне города Гагра Кемпинге была проведена дезинфекция подъездов многоквартирных домов.